Получить прощение от Господа в церковный праздник на храм. К Иисусу. В любой церковный праздник для любого вероисповедания. Подойти к храму, если нет возможности, то посмотрите онлайн на Иерусалим, на гроб Господень. Сработает одинаково. Посмотрите несколько минут на храм и сказать: «Верую, Господи, в Тебя, верую в смерть Твою мученическую и воскрешение». И продолжить. Господи, в этот день в церкви Твоей святой дай мне свое прощение. Можете рассказать не свои грехи, а свои страдания и горести, что печалит, отпустит. Через 1,5 часа станет легче. И оставьте хлеб или булочки диким или бездомным животным, как акт милосердия. Вас прощают, а вы совершаете доброе дело. Или покормите их. Это коптская церковь в Египте. Как бы отсюда когда-то ушли те, которые в будущем станут христианами. Они не похожи на православные храмы, но это христианский храм чисто. Вот она так выглядит. Такая странная, можете посмотреть. Я оставлю видео подольше, и вы можете прилагать все свои и посмотреть, как оно было. Для верующих это интересно, для тех, кто к другому вероисповеданию относится, могу еще раз дополнительно сказать, он слышит всех, он не отвечает только атеистам. В основном у него энергии неспешные, но если надо, он очень-очень быстро вам ответит. Очень быстро. Если будет нужно, просто мгновенно. Так что прилагайте. Ритуал идет, и кто хочет получить, обращайтесь. Можете за свой род, за своих умерших просить. Все. Используйте вот это время. Он слышит, он отвечает. Он вам ответит и обдумает вашу просьбу. И если он решит вам помочь, не потому что он вам не слышал, может не ответить, а как все боги, он может ответить, может нет. Вы почувствуете через 1,5 часа. Но никто не запрещает обращаться любое количество раз. Если даже вам не ответили, может он хочет, чтобы вы еще раз обратились. Почувствуете, через 1,5 часа придет резкое успокоение, вот облегчило. Ну. Значит, все получилось.